Итак, всем привет! Сегодня у нас необычное видео. Из Вьетнама нам пришел пакетик сушененьких тварей. Вот. И сегодня расскажу вкратце, что можно есть. Вообще, на самом деле, оказалась бомба. Очень вкусная вещь. Здесь вперемешку крабы, всякие лапки, там скорпионов, там чего только нету. Раньше, когда вот мы из Таиланда привезли подобную муру, мы как бы ее ели, прям вот смаковали, там всяких кузнечиков. Оказывается, вот вперемешку, мелко порезанные, это намного вкуснее. И заодно сразу же расскажу вам несколько фактов о вот всеядности в экстремальной ситуации. Итак, начнем с членистоногих. Это скорпион. Вот он. У него опасные две вещи. Это хвостик и непосредственно клешни. Клешнями он ведет захват, а хвостом жалит непосредственно жертву. Как поймать скорпиона? То есть не надо его хватать вот так вот, да, освободится хвост, он натыкает вам, причем очень сильно. Вот, сразу же покажу вот хвост прошлого скорпиона, которого мы съели. Вот, то есть там вот такое вот жало, вот, яда много, иголка очень сильная, то есть проткнет руку, но впрыскивает недалеко. Вот, поэтому можно немножко отжать, даже кто-то прижигает. То есть, если вы ловите скорпиона, прижимайте в первую очередь хвост. Он будет двигаться, да, после чего отрезаете хвостик вот этот вот. И все, и по сути это уже безобидная тварюшка. Ее можно так вот съесть. Вот, но, как показала практика, вот мелко нарезанные, засушенные лапки, там и нашинкованный скорпион, плюс там со специями, просто огонь. На самом деле, естся даже непонятно, что вот это скорпион. Вот, и девчонки он даже попробовали вот, в лед сами. Хотя, если им предложить вот такого скорпиона, сказать, ну попробуй. Вот, это, ну что, нет. То есть, обалденный вкус. Чем-то напоминает желтого полосатика. Вот. Дальше. Дальше у нас морские твари. И здесь у нас представлены, чтобы вам покрасивее выбрать, крабики. Да, это крабик. Вот они. Во, вообще огонь вот такой вот. Крабик. Сразу же скажу, для тех, кто сомневается или хочет попробовать наспор съесть медузу, не делайте этого. Медуза практически полностью состоит из воды и слизи. Никаких питательных веществ вы из нее не получите. Вот. И когда мы крайний раз привозили крабов, вот, мы тоже не ели ни панцирь, ничего. Не знаю, может быть, какие-то речные крабы, не знаю. Но они так классно приготовлены, и я сейчас покажу. То есть съедаются целиком. Это панцирь, это хитозан, да, то есть тут и кальций, и все. Плюс, вот я говорю, обжарено в специях, вообще получилась бомба. Рассыпается все внутри. И получается очень вкусно. Паузу. Немножко сладковатый вкус такой у специй. Первый раз пробую. Обалденная штучка. Надо запить из фирменного нашего термоса. Чай на травах. Итак, продолжаем. Жуки. Жуки, вот лапки оторвали, они бесполезные. Вот, на самом деле, ни о чем жуки. То есть, вот, если убрать у них вот бесполезный панцирь, то есть, в нем ничего нету. Вот, остаются крылышки. Голову тоже вот оторвали. И вот сейчас я разрежу, покажу, на самом деле в них ничего нету. По сути, ничего нету. То есть, немножко вот в районе груди, остальные они пустые, то есть сушеные, вареные и прочие, вот, они пустые. Также пустые вот пауки всякие, то есть пауки, если ешь, они ни о чем. То есть, я говорю, самые вкусные, на мой взгляд, это вот было из Таиланда лягушки. Вот. Ну, а про то, как жарить и готовить личинок, это будет другое видео, в другой раз. Вот, пообщаемся, поедим, а сейчас поставим на паузу и приколимся над Ленкой, угостим ее тоже вот этой штукой.
Нет, это крабы. Вот они, крабы, видишь, целиком. Ну что, снимаем? Давай, Ленка, пробуй. Специалист по спортивному питанию и здоровому образу жизни пробует краб. Ну, с лапами ешь, лапы тут съедобные у него. Я сам удивлен, кстати. Ну и как? Да, интересно. Вкусненько. Молодец. А лапки будешь пробовать? Давай. Прям так вот, горсть, говорю, нарезанные, они просто как семечки идут вообще. Mm. И, говорит, в макароны добавляют, там жарят с макаронами. Вкусно, да? Где взял? Из Вьетнама, откуда еще? Ладно, прикольно. Все, да, спасибо за внимание. Вот это мы будем проводить эксперименты дальше на людях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчик. Ну, вы знаете, короче, всю эту фигню. Вот, до новых встреч, пока.